Всем привет! Я сделала покупку на сайте lovelula.com. И вот посылка пришла очень быстро, буквально за, мне кажется, 2 дня. И у них доставка по всему миру бесплатно. Я показывала в своей коробочке от Lovelula за октябрь вот это средство, умывалку от Green People. И сказала, что мне она очень понравилась. Она на зиму, потому что в ней такое содержание немножко масел, как мне показалось. И мне она очень понравилась. У меня есть другая умывалка, но на зиму, мне кажется, вот это самое, пока что самое лучшее для меня. Поэтому я, так как в этой коробочке была скидка 20%, я решила ею воспользоваться и заказала вот эту умывалку 50 миллилитров. 50 миллилитров стоило 11 £95. И 20% давало где-то около 5 £ скидку. Решила купить маленькую. Вот так она выглядит. Потому что если большая, мне она как-то быстро начинает надоедать. Все-таки маленькую, и с учетом того, что здесь 91% органических ингредиентов, не хочется, чтобы она испортилась быстрее, чем я ее всю израсходую. Очень удобно. Здесь вот такая помпа. И то есть не надо туда пальцами ползать. Очень удобно. У меня, когда был пробник, был тюб. Надо было выдавливать все-таки. С этой удобнее. И ею я буду пользоваться только зимой. Ни летом, ни осенью, ни весной. Вот на зиму это самый пока что для меня лучший. Следующее, что я заказала, это спасибо Иделерине Ирине. Она делала обзор на лаки от Зоя, и они ей очень понравились. Я вот тоже решила благодаря ей купить такой базу. У меня закончилась база под лак для ногтей, и от умной эмали. Вот я решила на этот раз попробовать Зою. Это номер 2. Такая коробочка. 15 миллилитров. Стоила 11 £. И вот сама как выглядит. Вот эта циферка 2. Зеленого цвета. Это база под макияж. О, под лак для ногтей, извиняюсь. Чтобы лак держался дольше. И на их сайте, на lovelula.com, если вы заказываете что-либо, они предлагают на выбор 3 пробника. Из, мне кажется, вы сами выбираете из 10 или из 15, я уже не помню. Может быть, там поменьше выбор, я не помню. Ну, наверное, где-то из 10 вы выбираете 3 бесплатных пробника на ваш вкус. Я выбрала 2 от Мадера, от латвийской фирмы. Это глубоко увлажняющий гель для жирной комбинированной кожи. Это для моей сестрички. И второй флюид увлажняющий для нормальной комбинированной кожи. И последнее, что я выбрала, это от фирмы Рен ночной крем. Не пробовала ничего от этой фирмы, вот попробую. Ну, на этом все. Спасибо за внимание и всем пока!